За его плечами битва за Сталинград, Курская дуга, освобождение Восточной Европы от фашистов, затем долгожданная дорога домой. После войны Василий Куклин устроился на комбинат, где и проработал до пенсии. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны отмечает свой 95-й день рождения. С годами приходит мудрость, и у Василия Васильевича есть свои заветы счастливой жизни. Ну, каждый человек свое какое здоровье должен трудиться, как говорится, на благо родине, возвести семью, благополучно вести образ жизни. Конечно, главное богатство для любого пожилого человека – это его семья. Василий Васильевич в этом плане счастливчик. 4 детей, 9 внуков, 18 правнуков и любимая жена-старушка, которая уже 68 лет оберегает семейный очаг Куклиных. Поздравить ветерана приехал и мэр Улан-Удэ Александр Галков. Здравствуйте. Василий Васильевич, мои поздравления. Поздравляю вас с 95-летием. Здоровья, жизненных благ, заботы. Василий Васильевич остался единственным из защитников Сталинграда, кто твердо стоит на ногах у нас в Улан-Удэ. И с чувством юмора в свои 95 все в порядке. А вот сюда на диван. На улицу выбрасывать тебя. Аккуратно. Василий Куклин ведет активный образ жизни. Зачастую он выступает перед молодежью, где рассказывает о героизме сибиряков во времена войны и о подвигах молодых солдат. А впереди еще и вековой юбилей. Баир Цыдыпов, Сергей Костенко, новости дня.